Раз, два, три. Сделаем насилие! С особенными ребятишками здесь работают уже год. В спортивном комплексе «Темп» сразу решили, тренировки будут бесплатными. На них ходят две группы – старшие и младшие. По словам их тренера, результат занятий был виден уже через месяц. Раньше ребятишки приходили, вот как я пришла работать, ребятишки боялись подойти друг к другу, забивались в угол, стояли, никому не подходили. То сейчас можно видеть, что они друг с другом контактируют. Безусловно, у них улучшилась и физическая форма. Но вот коммуникация – это, конечно, самое главное. А это значит, что ребята могут взаимодействовать с другими людьми. Дети учатся подстраиваться под тренировочный процесс, четко выполняют упражнения и становятся более социализированы. Темп на достигнутом останавливаться не собирается. Через некоторое время хотят попробовать собрать команду ребят, чтобы они выезжали на соревнования и играли в других городах. Ведь такой проект поддерживает и Российский футбольный союз. Они разрабатывают программы, спускают эти программы в регионы. На данный момент есть определенная программа, проект программы работы с людьми с УВЗ. Вот, мы заинтересовались этим. Я вчера связывался с представителями РФС, говорил о том, что у нас есть такое направление, что мы недавно реализовали проект, губернаторский грант выиграли. Администрация школы «Темп» уверена, что будет поддержка от РФС, а в будущем может появиться возможность вывозить ребят на турниры и в другие страны. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.